Сегодня у нас 20 августа сегодня. Готовлюсь идти мазать там мордушки. Но у меня не получилось. Я решил так, развести, которые чистили кишками их. У него цвет такой. И сколько сыплют, я не могу от пальцев отодрать ее. Клейка получилась. Ну, растительное масло тут и... покажи там вот это, сварил. Макароны. Вот, макароны. Макароны? Это не макароны, да? Макароны. Ну, присни мне этой маленькой. Что она у меня где-то? Хорош. То ли сумею я ее сделать, чтобы она от пальцев-то отстала. Ну это же вы лапшу добавили, она тоже жидкая. То есть, а? Вы лапшу еще добавили, она тоже жидкая. Влагу. Ну, не влагу знаю. Влагу создает. Главное, никак я не могу. Мне взять ее надо с собой, чтобы там-то я никуда попал, а куда надо припотребил. Надо мордушку намазать. У меня две маленькие мордушки и вот эта сетка. А у сетки 8 отверстий. И на каждой 2 лепушка надо сделать. Вот она. Не так и не было никогда. Очень-очень липкая. Это не знаю, что у меня будет. Ну ладно, что будет. Но оно не дрожжевое. Да, я думаю, надо попробовать дрожжевого вам дать. Надо дрожжевое. Оно вот так. Вот это вот, что сейчас я делаю. Дальше у меня вот она вся. Ее надо держать по отдельно. Сколько муки уже сыплю. И не могу никак ее, чтобы она отлипла. Вся сделалась твердая. Не знаю, сумею или нет поправиться еще. Вчера мыл, так вот на руках. Каждой волосинке прилипает, руками надо отдирать было. Я решил было медицинские перчатки надеть даже. Посмотреть, в них намазывать. Не знаю, поправлюсь или нет. Вот она сейчас, то ли насыпать сюда муки надо или еще. Это мука, чтобы рядом была. Там мне надо сегодня все вот это вчера я намял его, чтобы оно не пропало зря. Вот интересно. С таким трудом отлипается-то. Почему? Что тут такого? Ну, маленечко отдирается начало. Теперь, если я не тут буду отдирать его под рукомойником, у меня многое пропадет. Поэтому надо здесь намешивать. Интересно, пойдут они на это или нет. В общем-то, они все ядные, гальяны. Они не разбираются. Ну, конечно, тут и запах будет. Вот видишь, маленечко оттирать начал. А то ни под каким видом. Надо знать, вот соревнования устраивает у рыбаков. И они знают, на мотыля шло, теперь, говорит, почти, чуть ли не по чистом сентябре уже не идет. Надо там что-то другое. На больших там распаренных кукурузы. Как, в каком месте. Это не знаешь, ничего не получится. Я отставлю в одно место. Может быть, надо давно уже переменить место. Там, когда ветер на эту сторону, то много ряски надувает. Может быть, это тоже влияет? Не знаешь же. А рыбу не спросишь. То много, то почти совсем нету. Вот, видишь? Это мне надо все отмывать сейчас будет. Иначе как я поеду на велосипеде? Все, готово, поехал. Еще себе сколько сегодня мухи у меня ушло. Но если будет сильно ловить, мелкую вообще не чистить. Там еще у меня нету.
Это настоящим поваром, пекарем можно стать. А кто, говорит, его пекарем сделал? Да Гальяна. Интересно, где вот мы подсчитываем, стоим с Никитой. Как это одна написала там старство. Вся, говорит, шваль, все, говорит, на вас лезет. Они ничего не знают. Матерятся ужасно. Вот сегодня только я, наверное, 50 заблокировал. А ничего нету. То есть демоны зла вырвались на свободу. Им надо сказать, а сказать нечего. Они могут показать что-то? Нет, конечно. У них ничего никогда и не было. У сатаны ничего нельзя взять взаймы. Он свое требует назад. Вот. Всякую пакость. Научился курить, научи другого. Сам наркоман, другого на иглу посади. О. А вы про какой ролик говорите? А? Про какой ролик говорите? Заблокировать пришлось. На какой ролик нападают-то? Где мы считаем рыбу? А, с Виталием? С Виталием. А, Гальянов? Гальянов считал. Ну там еще и нету. Точно, ты ходи написал. Математика основа всех наук. Да, я видел. Все. А другие там, ну, ты их просто не считал. Я их убрал. Одни матерки. Три слова и все матершинные. Но они даже на них показывают. Особо написано проверить. Я уже нажимаю и туда захожу. То есть сама система их высчитывает. Ну они там матерки такие, то ли роботы это делают, то ли. Ну что, заказаны на меня нападать, то это уже определенно. Все. Вот это куда-то надо положить. Холодильник. Положи. Так, я мою руки и ухожу. Так, мой аппарат положить. Все, слава Богу, все. Вот тут.